Утро добрым не бывает. Полтавский тротуар не новини. 13 мая 2015 года, Огнивская, 6. Здесь сегодня в районе 4 часов ночи случилось вот такое несчастье. Реально сгоревшая полностью одна машина. И вторая попала тоже под общий пожар. Люди вызвали вовремя пожарку, но, к сожалению. Здесь, конечно, выгорела машина напрочь. Кто это, что это, я думаю, нам рассказывать будет уже милиция. Похоже, это был Мерседес, да? Вот это с него, не с него, да бог я знаю. Не такая уже и тихая Полтава.